Олимпия Уикенд 2000. Центр отдыха и казино «Залив Мандалей». Лас-Вегас, 20-21 октября 2000 года. Предварительное судейство. Оценка мускулатуры. Широчайшие мышцы спереди. Грудь сбоку. Двойной бицепс сзади. Широчайшие мышцы спереди. Грудь сбоку. Широчайшие мышцы спереди. Двойной бицепс спереди. Широчайшие мышцы спереди.
Трицеп сбоку. Широчайшие мышцы сзади. Двойной бицепс спереди. Пресс и ведро. А теперь, пожалуйста, снимите медали с шести финалистов. Позирование. Судьи просят Флекса и Шона поменяться местами. Шон, стань рядом с Кевином, только с другой стороны. Подравняйтесь, господа. Повернитесь направо. Повернитесь направо. Повернитесь направо. Повернитесь лицом к залу. Двойной бицепс спереди. Широчайшие мышцы. Грудь сбоку. Gentlemen, relax.
Расслабьте мышцы, повернитесь спиной к залу. Судьи просят Кевина и Флекса поменяться местами. Отведите одну ногу назад, икроножные мышцы. Двойной бицепс. Lat spread. Широчайшие мышцы. Side tricep. Трицепс сбоку. Turn to the front. Повернитесь лицом к залу. Abdominal and thigh. Пресс и бедро.
Награда за шестое место. Сертификат и чек на $20,000. На помосте награда вручается Ли Присту. Сертификат и чек на $25,000 получает участник, занявший пятое место, Насер Эль-Санбати. На платформу, пожалуйста. И чек на $30,000 получает участник, занявший четвертое место, Шон Рэй. Сертификат. Бронзовую медаль Стандова. Бронзовую медаль мистера Олимпия. И чек на $40,000. Получает участник, занявший третье место. Флекс Уиллер. Награда за второе место. Сертификат. Серебряная медаль Стандова, серебряная медаль мистера Олимпии и чек на $55,000. Получает участник Кевин Леврон.
награды за первое место. Вручают Джо и Бен Вейдеры сертификат, золотую медаль Сандова, золотую медаль мистер Олимпия и чек на $110,000 получает трехкратный мистер Олимпия Ронни Колман.